Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Assassin's Creed 3. Так, у нас тут что? Надо добраться до места назначения и приступить к новому заданию. Так, давайте же туда посыпаем. Здесь есть где перебраться. А, можно бежать. Какая тут, кстати, зима красивая, метель такая началась. Легенькая метель. Оп. Допрыгнули, отлично. Так. Я думаю, мы быстро туда доберемся. Хотя в прошлом видео тоже говорил, что вроде бы недалеко, но пришлось сапать довольно много. Так. Я уже так понял, что это где-то в той жопе. Ого. Смотрите, какие-то пейзажи все-таки симпатичные. Да. Так. Надеюсь, тут волки нам не попадутся. А ну вон пошла. Только какает тут, блядь, везде. Эти птахофермы. Так, уже засветилось нам задание. Значит, мы уже подходим к нему. Опять лес. Ого, опять сугробы. Вижу какую-то избу. Так, что у нас тут? Можно спуститься. Ага, даже вижу, как можно пройти на ту сторону, чтобы не намочить ноги. Так, вы вошли в охотничье угодье Трейсвуд. Нихера себе. Так, в кустах нам прятаться, в принципе, не надо. Я вот думаю, может, лошадь надо было взять. Я что-то вот сейчас только пришел к этому выводу. Опа, заяц. Ух, нихера себе он сапает, брат. Как демон. Так, вижу какую-то собаку. Да, погавкает тут. А на кого она гавкает? Смотрите, кот с собакой тут воюет. Да, весело. Так, пилят, все строят. Так, нам еще далеко идти? О, нет, еще чуть-чуть. Понял. Так, давайте тоже посмотрим, здесь опять какая-то речка, как бы нам через нее перебраться лучше всего. Блин, неужели придется плыть? Ёб твою мать. Холодно ж все-таки. Да, можно так и заболеть. Шотландские равнины. Так, я вижу какого-то врага. Это что у нас, волк? А, не, военные. Что они здесь потеряли, интересно? Так, пошли по сугробам. Вообще какой-то выносливый этот, конечно, мужик. Довольно. О, неужели мы добрались? Че, опять она там где-то на деревьях? Ага, вот она. Фу, чувиха, ну ты забралась, конечно, в какую-то жопу. Еле до тебя добрался. Казнь, это все. Фу, дайте хоть передохнуть. Используй метель, чтобы действовать скрытно. Ты передумал? Нет. Но придется действовать осторожно. Ну, ступай. Я постерегу здесь. Ух ты, какая смелая деваха. Можно укрыться в повозке. Так, ага, я вижу тут военных. Стычка у Great Meadows. Так, давайте посмотрим, что мы тут... Так, это событие стало первым сражением во франко-индийской войне. Первый бой всегда должен был грандиозным, иначе к войне потеряет интерес. Так, это я понял. Что тут еще есть интересного? Места есть еще какие-то. Так, другое. Еще тут у нас есть фактории. Фактории, по сути, были универсальными магазинами, расположенными на территории фронтира. Их основные клиенты — трапперы и представители местных коренных племен. Понятно. Так, это и все. Так, давайте думать, как бы нам...
Ух ты, какая косуля тут сапанула. Ага. Так, как нам тут пройти? Так, так, как? Пробраться в форт, не убейте стражников. Ёб твою мать, не убейте стражников. Залезть сюда. Блять, они что, издеваются? О, блять. Вроде быстро залезли, не? Эти пушки могут помешать. Может устроить диверсию? Да. Где эти пушки находятся? Тут такая видимость дикая. Вообще я даже не могу понять, где он тут разглядел. Эти пушки. Слишком много внимания. А что-то он в кустах даже не захотел прятаться, я вот так и не понял. Эти пушки могут помешать. Может устроить диверсию? Это вообще не метод. Дескать, дать французам отступить, значит только отсрочить неизбежное и дать им преимущество. В этом есть резон. Как не жаль это признавать, но как он не видит, что это не выход? Мне это тоже не пришло. Наши силы уже в тюрьме, дом далеко. А Брэдок жаждет крови и неосторожен. Он рискует людьми. Я не хочу нести в дом лагерям дурные вещи, потому что бульдог... Чем заняться? Где теперь генерал? На смотре войск. А затем мы выступаем так. В форту Дюкен? Рано или поздно. Марш на север тоже займет время. Штаб в Сокалаке есть копии планов, если желаете взглянуть. Ну, хотя этому придет конец. Я пытался. Я знаю, друг мой. Знаю. Арта бы мне не помешала. Надо ее найти. Так, все, это задание мне зачислили. Так, а что нам по заданию там еще дают? А где эти пушки, вообще не могу понять. Так, может так лучше будет видно? Я что-то пушек тут не вижу. Ага. Так, а тут кто-то есть или нет, я уже не помню. Был когда-то, по-моему, какой-то здесь солдат. Так. Где ж тут пушки-то, а? Не вижу я тут никаких пушек.
Ага, вижу, вижу пушку. Стой, друг, побеседуй. А вот и нет. Блин. Ну его к черту. Вернемся. Так. Наверное, он уже ничего не видит, я так думаю. Блять, куда это меня понесло? Угу, теперь на херу без шлема я сюда заберусь. Так, одну пушку я испортил. Блин, сколько здесь этих охранников говнистых, а? Так, отсюда мне легче как-то ориентироваться дальше. Да ёб твою мать. Да, задание такое будет бешеное, блядь. Есть какие-то кусты. Так, сейчас он пройдет там. Можно будет стартануть ко второй пушке. Че смотрим? Здесь ничего нету. Засранец. Стой, говорю! Рус! А ну вернись! А ну вернись ты! А ты откуда здесь взялся? Эй, ёшкин кот. Он пытается уйти! Чёрт, ничего. Все поприходили. Блять, что тут за вид? Ага, вон наверху караульный. Так, есть. Блин.
Бля, теперь надо еще понять, когда тот куда ходит, да? Ага, этот сейчас ходит на меня, а сейчас он пойдет туда. Угу. Так, что нам там надо сделать? Градите тактическую карту. Да, блядь, них херовое задание. Блять, а хера он не лезет. Заметил, значит, плохо это. Игра не стоит свеч. Угу, я согласен, что она не стоит свеч. Ой, как бы мне это сделать, а? Стой! Надо поговорить. Тебе конец! Херово. Хотя, чё я прилип к этому... к этому уголку, вот если я думаю. Можно же обойти, в принципе, с той стороны эти карты. Может, устроить диверсию? Так, давайте пробуем еще раз. Перемирия не будет. Чёрт! Но почему? Как он объяснил это? Сказал, что дипломатия — это вообще не метод. Дескать, дать французам отступить, значит только отсрочить неизбежное и дать им преимущество. В этом есть резон. Как не жаль это признавать. Но как он не видит, что это не выход? Мне это тоже не помогло. Наши силы разочарованы, дом далеко. А Брэддок жаждет крови... Так, тут прячемся. Он рискует людьми. Я не хочу нести вдовам и матерям дурные вести, потому что бульдог решил стоять на стороне. Так, давайте. Где теперь генерал? На смотре войск. А затем мы выступаем к порту Дюкен? Рано или поздно. Марш на север тоже займет время. В штабной палатке есть копии плана, если желаете взглянуть. Ну, хоть этому придет конец. Я пытал. Я знаю, друг мой. Знаю. Карта бы мне не помешала. Надо ее найти. Так, этого убираем. Быстренько бежим к этой пушке. Отключаем эту пушку. Так. Ага, вот тот солдат, который нас заметил в прошлый раз. Эти вообще смотрят, не знаю куда. Угу. Так. Так, сейчас он еще раз будет идти, мы его тут грохнем. Иди сюда. Паренек. Так, вот наш еще один претендент на смерть.
Тихонько спать, 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 малыш. Оп. Баньки. Так, ну теперь хотя бы можно спокойно все это сделать. Не убивайте стражников. Поздно. Так, теперь нам надо как-то туда добраться. Так, вот оно. Украсть. Есть. Выбраться из форта. Это уже интересно. Так, этот пока там стоит, все, пошел. Так. Вижу этого охранника. Так. Какие тут у нас варианты? Давайте сейчас просмотрим. А, я через эти колья не могу вылезти. Офигеть. Мушкет взять. Так, хорошо, давайте просканируем. Так, тут что у нас? Один на выходе, да? Я думаю, мы его сможем сейчас убрать. Отдыхай, малыш. Так, есть. Поговорите с Годзидио. Поговорим сейчас. Так, ну что же, то я вам скажу. Миссия такая была. Называется Тихий ассасин. Так. Чё скажешь интересного? Ну что? Брэдок уехал смотреть войска. Они выступят к Дюкену. Но пока они не готовы, у нас есть время все обдумать. Не нужно. Устроим засаду здесь, у реки. Иди собирай друзей. Я позову своих. И дам знать, когда будет пора. Так, казнь — это все. Мы же никого не убили, мы оглушали. Боже, я изначально боялся, думал, что я их убиваю. Так, куда нам идти? Мама мия, что обратно? Сюда? Это какая-то жесть. Лошадей здесь нельзя украсть, нет, конечно же. Хорошо, давайте уже тогда в следующем видео это продолжим. Эти бега по снегам. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.